новый день и новые испытания с нашими героями вместе. Евгения Трифонова, настоящий профессионал, серфингистка и просто очаровательная девушка. Жень, какое испытание сегодня пройдут наши герои? Сегодня наши герои попробуют встать на серф, встать на доску на закрытой воде, на искусственной волне. Ваша задача будет продержаться хотя бы 30 секунд. 30 секунд – это много, друзья. Мы понимаем. Если невозможно. Ну что ж, тогда приступим. Как говорил классик, опыт – сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. В сегодняшнем испытании водой безоговорочно победил Михаил. Зая отправился в больницу. Ну а Даша с Женей, на мой взгляд, отлично провели время. Ждем скорейшего выздоровления нашего третьего участника. Оставайтесь в покер-доме.